Добрый день, меня зовут Азат. Это рубрика «Микромагия» на канале «Фокусы от моряка». Сегодня я подготовил для вас трюк, который мало кто знает, но он очень классно выглядит, и поэтому я решил отдать вам его просто так. Смотрите, выглядит он следующим образом. Друзья, если хотите знать больше, видеть больше трюков, больше обучений, подписывайтесь на мой канал, ссылка будет где-нибудь здесь и в описании. Итак, друзья, вот обучение прекрасному вот этому вот трюку. Здесь основные моменты какие? Здесь самое главное — ракурс. То есть мы монету просто берем, зажимаем средним и указательным пальцем и просто ее переводим вот в такое пальмирование. Пальмирование большим пальцем. То есть пальмирование большим пальцем вот такое, есть заднее пальмирование большим пальцем, а есть вот такое пальмирование. Я не знаю, как оно называется, будем называть его ракурсное пальмирование. Так как ракурсы здесь надо соблюдать очень осторожно. И, друзья, вот это движение я прошу делать, то есть все привыкли монету видеть в такой плоскости. То есть мы показываем сначала руку в такой плоскости, потом мы поворачиваем руку, накрываем. Сначала, вернее, накрываем, потом поворачиваем и делаем вот такие движения. Когда накрываем эту руку левой рукой, делаем вот такие движения. Поворачиваем руку. Все. То есть, сейчас еще раз покажу. Вот. И здесь мы просто делаем вид, что мы берем вот таким образом монету. На самом деле монета у нас вот здесь. Мы держим монету и дуем на руку или что-то делаем, какие-то волшебные пасы, и испаряем монету. И я прошу вас показывать не одну руку можно делать, некоторые делают вот так, а вторую вот так. То есть это палево, вы плохо проведете время. Хорошо вы проведете время, если вы покажете руки вот так. То есть вторую руку приблизительно, большой палец не нужно растопыривать, а держать вот так же, как и на правой руке. То есть показываем вот. Все, монета полностью исчезла. Дальше что мы делаем? Дальше мы просто так же накрываем рукой. Здесь мы монету под накрытой рукой сжимаем и делаем, переводим вот в такое пальмирование. Здесь хватаем двумя пальцами, показываем зрителю, вот этой рукой к зрителю. И дуем, делаем волшебные пасы, неважно, и открываем. То есть остается впечатление, что монета появляется прямо на глазах у зрителя. То есть все. А если вы хотите видеть больше обучений, подписывайтесь на мой канал. Ссылка будет где-нибудь вот здесь и в описании.